Самые сильные дети на планете. Так называют 12-летнюю Веронику Егорову и 9-летнего Влада Черепанова их тренер. На днях ребята вернулись из Екатеринбурга, где проходил международный мультитурнир по силовым видам спорта «Золотой тигр». Там они поразили местную публику своими способностями. Влад побил мировой рекорд по жиму штанги, который сам же и установил. А Вероника показала мастер-класс, потому что была приглашена в качестве почетного гостя. Все это звучит удивительно, тем более, если учесть, что Влад и Вероника – это дети с особенностями развития. Вот, красиво делай каждое движение. Вот, акцентируй, красиво, видишь как? На международном турнире в Екатеринбурге Влад Черепанов красиво повторил это движение 720 раз. Только штанга там была потяжелее – 11,5 килограмм. Это половина его собственного веса. Таким образом, в Екатеринбурге Влад побил рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, который сам же и установил 2,5 месяца назад. Тогда он поднял штангу весом 10 килограмм 701 раз. И я тебя поддержу. И пошли. Хоп! А красота какая! 3, 4. Вероника Егорова на международный турнир по силовым видам спорта ездила как почетная гостья. Она официальная рекордсменка мира и самый юный в России мастер спорта в дисциплине «Народный жим» для детей до 18 лет. В программе соревнований она не участвовала, а показала мастер-класс. Походила на руках и играючи потянулась 20 раз, как и сегодня на тренировке. 11, 12. 13. Вероника живет в Слободском доме-интернате для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Там ее и нашел 6 лет назад тренер Владимир Решетников. Про Влада, мальчика из Советска, ему 3 года назад рассказал знакомый. Буквально через неделю Влад уже выступал на своих первых в жизни соревнованиях. Равных им нет. Это самые сильные мальчики и девочки на планете. И они наши с вами вятские ребята, вятский богатырь и вятская принцесса. Ее так и зовут, вятская принцесса. Вероника тренируется в интернате, там есть спортивный зал, а Влад у себя дома. Его младшие брат и сестра не только наблюдают за процессом, но и активно в нем участвуют. Так что Влад уже попробовал себя в качестве тренера. Только у нас достается скамья, ставятся стойки, гриф. У нас все, я первый. Я буду первый жать. Влад такой, нет, я буду дележкой, ее страшно. В Киров ребята приезжают на сборы перед важными соревнованиями. Здесь, в спортивном клубе «Грин», их готовит Владимир Решетников. Сегодня он вручил им подарки от друзей клуба – мягкие игрушки и компьютер.